Всем привет, девочки! Привет! А я придумала новую игру палочки. Ну, Настя, поприветствуй хоть кого-нибудь. Ладно, всем привет. Давайте, у меня есть новая идея. У меня есть идея, смотрите. Смотри, Алис, я сначала хотела сказать, а потом ты перебила. Я первая сказала то, что сегодня я хочу рассказать, как мы играем в скамеечки. Какие скамеечки? Скамеечки! Так, смотрите. А я хотела, знаете, что? Мне нужен человек один. Я. Чики-брики, пальчик выкинь. Настя, давай. Смотри. Так, держи. Не урони, пожалуйста. Так, стой. Так, держи. Да. Нет, чуть-чуть. О, господи. Я держу его. Ну-ка, да мне, перестань вот орать. Вот так вот, стой. Еще чуть-чуть подальше отойди. Ну-ка, девочки, отойдите. Настя, немножко вот так вот. Стой, не так. Вот так. Отойдите, девочки, сказали. Итак, как мы играем в игру красочки? В игру красочки? Ой, тьфу, какие красочки. Скамеечки. Красочки, Потом можно я? Да, можно. Так, вы... Вы должны разделиться на две команды. Давай домой. Ну, папа. Ладно, 5 минуток. Ладно. Снимаем дальше. Там где бац? Вот одна здесь, другая здесь. Ева уже знает, как играть. И сейчас я, как бы ведущий, я буду считать до 15. Так, ну нет, просто сама сидеть и... Дальше, смотрите, девочки. Приятного вам просмотра. Девочки, сейчас я буду считать до 15, и вы должны... Ну, так-то, если тут был... Если бы у вас было бы... Можно ходить не... Я уже сделала правила. Не бегом, а шагом только. Так и есть, такие же и такие правила. А, ну все. Вот. И что? Дальше, сейчас, приятного просмотра. Девочки, раз, два, три. Раз, два, три, я все. Четыре. И еще 1000 раз так надо сходить. Стоп, давайте еще. Она не понимает. И я же сказала, кто больше кругов таких сделает, тот и победил у нас. Давайте. Приятного просмотра. Давай, Ева, иди туда. Ева, на самое начало. Сейчас я сделаю красивую заставочку. Вы увидели красивую заставочку. И сейчас смотрите. Приятного вам просмотра. Раз, два. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Стоять! Все! Девочки, сколько вы кругов сделали? Где-то... Вы не считали? Нет. Заново давайте. А я считала. Видели опять красивую заставочку. И дальше что я вам скажу. Девочки, вы сейчас можете бегать, слышали? Ну, идите на свои места. Сейчас, подождите. Так, пока что люди не уйдут. Ладно, все, давайте, девочки. Раз, два. Видим? Настя уехала, и Ева упала. Как я услышала. Ну.